Артемий, тебе, может, вместо чая надо было ромашки заварить? Нервы успокаивает. Слушай, Никита, а вдруг инвестор где-нибудь застрял? Да успокойся ты. Сказал, приедет. Значит, приедет. Кстати, насчет тех, кто реально где-то может застрять. Дэн где? На работу ушел, коровам своим. Ну или к одной какой-то. Полчаса же вот перед зеркалом втягивал. В смысле, у него там девушка, что ли, появилась? Наверное. Алло? Да, здрасте. Да, извините, просто забыла предупредить. Нет, сегодня уже не приеду. Ага, спасибо. Кто? Блин, должна была в солярий сегодня идти. Хотела к свадьбе подзагореть. Анют, загорай. Один огромный солярий под открытым небом. Все равно, пока делать нечего, инвестора ждем. Ну, кстати, да. Слушай, Никит, а может нам встретить инвестора на въезде в деревню? Ну, что он с маслом не пересекся? А это разумно. Вот видишь, оказывается, можешь не только нудить. Так, я быстро завтракаю и бежим. Когда я подниму ног бабок, забудешь фразу, что уходи. Дед, когда я подниму кучу бабок, ты будешь получать по три букета в день. Блин, Маслов. Чё, гуляем? Мы не гуляем. У нас кардиотренировка. Каждый день нужно проходить по 10 тысяч шагов, если вы не знали. А эти твои 10 тысяч шагов не в сторону Москвы случайно? Товарищ лейтенант, ну куда мы от вас? Не знаю. Поехали, что покажу. Нам нежелательно прерывать тренировку. Это не очень для здоровья. Не очень для здоровья спорить с сотрудником полиции. Садитесь, я сказал. А пока... А пока хорошо, что есть, что есть. Ну, что там? Это предохранитель был. Видимо, аппарат от коровы отцепился, начал воздух гонять. Вот и перегорел. Лишь бы на меня не повесили. Мне зарплату вычитать уже некуда. Не вычтут. Я все починил. Ого. Правда, что ли? Ну да. Спасибо. Ты что там в своей Москве? Дойные аппараты, что ли, чинишь? Нет, просто немножко понимаю в технике. Да? А в телевизорах? У нас дома сломался. Может, глянешь? Можно. Я только домой за инструментом сбегаю, ладно? Да? Давай. Давай. Ну? Что скажете? Крутая тачка. Это я и сам вижу. Ты лучше мне скажи, что она тут делает. Я-то откуда знаю? Ты номера видел? 77-й регион, Москва. А вы откуда? Из Москвы. И что? В Москве 20 миллионов человек живет. Мало ли, откуда она здесь. Так это что, не к вам, что ли? Нам бы, конечно, хотелось иметь друзей с такими тачками, но нет. Ляха, Натаха. Понятно все. Угон, походу. Так, мне лишний геморрой не нужен. Сейчас давайте отгоним ее к трассе. Пусть областные сами разруливают. Неохота этим всем заниматься. Берите. Может, я лучше за руль сяду? А может, ты еще музыку включишь и локти из окна выставишь? Вместе будем толкать. В смысле? На ней поехать можно. Она же от кнопки заводится. Ключ-то вот он. Вонючий случай. Это ты завел уже? Ну да. А что так тихо? Ну так она же электрическая. От розетки заряжается. Как бритва моя? Ну да, как бритва. Только 1100 евро дороже, да? Так это давайте от греха подальше, к областникам ее скинем. Поехали за мной! Everybody's telling me you're trouble, but I ain't ever looking.
взять трубку. А это точно его машина? Ну а чья? А откуда здесь возьмется электрокар на московских номерах? А где он сам тогда? Да я откуда знаю. Сейчас отгоним тачку, будем его искать. Так, ну-ка, быстро оделась. В смысле? Я вообще-то загораю. Там у себя в Москве будешь загорать. Хоть на Красной площади. С Лениным рядом ляжешь и будешь загорать. А здесь нам не надо народ искушать. Кого я искушаю? Я вообще тут одна. А если кто поедет? Засмотрится, упадет. Из-за тебя человек покалечиться может. Ну я же не голая. Еще не хватало. Ну-ка, одевайся. Извините, конечно, но вообще-то я могу загорать там, где хочу. Хорошо. Тогда я... Я солнце тебе буду загораживать. Серьезно? Понятно. Хорошо, что я еще догадался ваши пальчики в тачке протереть. А то бы сейчас проходили альтернативную службу на зоне. Алло, здорово. Алло, алло, Никита, это я, Владимир. Помогите. Ну ты как, куда пропал? Что, я в лесу, рядом с деревней, около машины. О, ну ты даешь, красавчик. Чего там делаешь? Что? Я в капкан попал, пожалуйста, быстрее. Ого, везет. Ну ладно, давай. Надеюсь, увидимся скоро. Давай. Одноклассник мой. Никита, помогите мне. Никита, помогите. Алло. Все, конечно, выметайте. Где он? По дороге расскажу. Побежали. Ремонт телевизоров. Открыл первый попавшийся, когда я зашла. В смысле? Я реально смотрю, как телевизор починить. Дина просила. Дина? Это ради которой ты утром прихорашивался? Нам Артемий все рассказал. У вас не прям все серьезно, да? В смысле? У нас ничего нет. Я просто иду чинить телевизор. Это типа как Windows переустановить, да? При чем здесь Windows? Ну, это же классическая схема. Девушка приглашает тебя починить ей компьютер. Ну, или там телевизор. А на самом деле это просто предлог. Когда сделаешь то, что она просит, получишь то, что сам хочешь. В смысле, секс? Ну, да. Да ладно, мы с ней 2 дня знакомы. Думаешь, она для этого позвала? Конечно, ну сам увидишь. Она по-любому тебе намекнет, когда ты и телевизор чинить будешь. Если он, конечно, вообще сломан. Ладно, пойдем, поможешь мне лестницу на крышу поставить. Ага. Бери. И... Кладем. Вроде дышит. Капкан, давай снимем. Вытаскивай, я держу. Надо скорую вызвать. Куда? В лес? Потащили домой, там разберемся.
А если он умрет по дороге? Значит, потащили быстрее. Блин, тяжелый. Не-не, клади. Фу, машина нужна. Так, сиди здесь. Я побежал за его тачкой, если ее еще реально не угнали. А я один с ним останусь, я вообще-то мертвецов боюсь. Значит, следи, чтобы он не загнулся, я быстро. На крыше меня тут никто не видит. Я вижу! С колокольни, и он видит! И он меня наказал за то, что я вижу! А ну слезай, или я тебя скину оттуда! Слезай, я слезаю. Погоди! Дай уйду сначала. Загорал, называется. Зачем мы останавливаемся? Я не знаю. Сама затормозила. Разрядилась, походу. Ну, вообще тут чуть-чуть осталось. Может, так дотащим? Вытаскиваем. Ну что, пойдем телевизор посмотрим? Может, для начала хотя бы познакомимся? Извините, я думал, это Дина. Все нормально, пацан. Нас спутать, как два пальца. У нас вся семья со спины на одно лицо. Ты что хотел-то? Я пришел телевизор починить, Дина попросила. Дина! Сюда, быстро! Чего? Ты что, мастера вызвала? Чем платить? Не надо ему платить. Что это? Он дурачок, что ли? Бесплатно работать. Так это с нашей фермы. Он просто в технике разбирается. Что-то я его раньше у нас в деревне не видел. А я из Москвы приехал. Сюда, на ферме работать. Угу. Точно дурачок. Не слушай его, заходи. Дина! А? Иди. Может, нам с отцом пока в дом не заходить? Ой, ну хватит. Слушай, я ему банку варенья какого-нибудь дам, ну, вместо спасибо. Только пусть банку потом вернет. Да вернет. Ай! Ай! Господи, что с ним? Попал в капкан, дерево прибило. Беги в магазин, купи бинты, там, водки, все, что нужно, чтобы перевязку сделать. Да его в больницу надо везти. Есть риск не довезти. Беги давай, беги! Никита, он умрет. Я тебе говорю, он умрет. А тебе долго еще возиться? Ну, я думаю, минут 30. А что? Да у меня дойка в 4 утра. Я думаю, может, я пойду лягу, а ты как закончишь, придешь. Зачем? Ну как, отблагодарить тебя хочу. Не могу же тебя просто так отпустить. В смысле? Ну, ты сладенькое любишь? Сладенькое люблю. Ну вот. У меня кое-что для тебя есть. Я быстро. Что значит этот адрес не обслуживаете? Вы что, доставка суши вообще-то скорая? Запрыгивать поехали.
Куда? Опять мне эту вашу тачку электрическую подсунули. Мы не можем. Мы есть собираемся. Чего? Потом поедите. Товарищ лейтенант, у нас вообще-то режим питания. Может, вы без нас обойдетесь? Вот здесь один режим, тоталитарный. Быстро УАЗик к вождю. Ну вот, видишь, не зря я за тебя страдал. Образумел, слава богу, вот теперь так и ходи. Вы извините, мне бежать надо. Женщина, она должна держать себя всегда в строгости. И внутри, и снаружи, понимаешь? Понимаю, понимаю, все, мне правда пора. Ну вот, надеюсь, еще одна душа спас. Понял. Гайцы, сволочи, не хотят с московским угоном морочиться. Решили подкинуть обратно. За что им только бабки платят. Так, Никитос, садись за руль, сейчас отгоним ее куда подальше, колеса проткнем, чтобы они ее сюда не вернули. Что-то не работает. А, она, походу, разрядилась, товарищ лейтенант. Значит, придется тут бросить. Да. Все, мы свободны. Стопэ. Значит, будем толкать. Да, чуть не забыл. Патентуй на звание самого и... Звоним в любое время. Зачем? Вроде все. Я это... закончил. Ложись. Понял. Я надеюсь, там наша еда не остынет, пока мы тут толкаем. Разогреешь. Там, товарищ лейтенант, такая еда, что если остынет, уже не разогреешь. Че, перемедишь, что ли? Можно обжарить, а если пару яйцу, да, разбить, так вообще вкуснота. Особенно под водочку. Так, давай, толкать быстрее, тут жрать захотелось. Я вам все объясню. Тамара, где мое ружье? Я вам сейчас яйца отстрелю. Так, Никитос, ну ничего серьезного я не вижу. Промывайте рану, обрабатывайте. Я смс-кой напишу, чем и как. И надо, наверное, начать антибиотик принимать, чтобы воспалительный процесс не начался. Название сейчас тоже скину. А вот то, что его по голове ударило? Гематома вроде небольшая. Очнется, проверьте его на сотряс. И когда он придет в себя? Да, думаю, день-два максимум. Так, ладно, спасибо, Костян. Хоть кто-то из класса чем-то полезным занимается, да? Боже, храни интернет. Слушайте, а как мы лекарства купим? Тут ни одной аптеки, надо в город ехать. Так, ну, кажется, есть один вариант. Давай, 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 давай! Давай! Фу, ну что, Дэн, зарядить сможем? Там какие-то провода в багажнике есть. Сможем. Я переходник собрал. О, вроде пошла. Красавчик.